пытаюсь зарегистрироваться, поэтому QR-коду сейчас сканируем. Вот. Помогли друг другу, помогали, стояли, кто-то понимал, кто-то не понимал. Я думала, сканом нужно просканировать на телефоне. Вот. А оказывается, нужно наводить камеру. Там маленький, ну вообще, честно сказать, я сама бы не сообразила. Потом зашли, я не стала говорить вначале. Мы с вами находимся в павильоне первый. Вот, зарегистрировались. А вот, теперь уже зашли. Так, нам выдали эти микрофоны. То есть наушники и аудит. Вот я в наушнике и с аудитом. Вот здесь очень хорошо слышно, прям и музыка, и повещают. И, естественно, я все отключила, потому что слышно было. Где-то в каком-то зале было слышно, а в другом зале тихо. Я подключала музыку, подключала все, а иначе это видео просто заблокируют. Я в первом зале. Мы проходим в другой зал. Очень-очень много. Вообще все, попадаешь ты как будто на другую планету. Вот опять мы подходим к этим каким-то колоннам. Ну, здесь о первых, о космонавтах, о кто первые, ученые, композиторы, имеется в виду, вот первые. Здесь мы узнаем о современных технологиях и визуализируем свою собственную мечту. Такая возможность доступна каждому посетителю павильона номер 1 на ВДНХ. В этом павильоне представлена уникальная экспозиция, один из интереснейших экспонатов – купол мечты, который раскрывает основную идею. Мечта – это начало любого открытия. В стенах павильона номер 1 в рамках международной выставки «Форума Россия» создано уникальное интерактивное пространство. 8 залов посвящены достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего. Мы видим красоту самого павильона. Оцениваем современные технологии. Оригинальное шоу. Так, временная экспозиция раскрывает ключевую идею проекта о том, что мечта – это начало любого открытия себя. Так, реализовать свою мечту можно только действием и упорным трудом. Сейчас вот мы видим Менделеева за опытами. Ну, это очень было интересно. Очень-очень. Сейчас, конечно, тихо, спокойно озвучиваю только я. А там все, ты как будто где-то в космосе летаешь. У тебя в наушниках играет музыка. Вот герои, первые герои, там и космонавты, и герои труда, и инженеры. Сейчас я говорю, вот когда находишься, вот когда озвучиваешь, это не то. А когда находишься в центре событий и тут же озвучиваешь, конечно, совершенно по-другому это все. А если бы еще музыку послушали, которая у меня в наушниках, а сейчас мы переходим в следующий зал. Да, так, Чайковский, да, по-моему? Да, там Пушкин стихи читает.
тут мы тихонечко переходим. Девушка нас так манит. Ага. Сейчас мы будем покорять Эльбрус, да, по-моему, да. Так, вот вода. Очень много рассказывают в жизни, что вода, солнце и воздух. Не смогу я так вот рассказать, как это было показано, как это было рассказано о земле, что пустыня и океаны, и вода, и суша. Травка здесь, травка искусственная. Лес и звезды. Вот. О, какой лес, пространство, красота, вот необъятные просторы, какой километраж, большая страна, размеры, говоря. А, вот сейчас мы к Эльбрусу, самая большая, это, знаете, да, в Кабардино Балкарии, вот мы покоряем Эльбрус, сейчас вот мы поднялись на пик. Видите, смастерили там, ой, вообще, там кто-то попадает, я не знаю, я бы никогда в жизни не рискнула бы, но это мое, конечно. А здесь вот прилетел к нам путешественник, и вот мы у него спрашиваем, как земля, как, что он видел, и он нам рассказывает, как он летает над... лесами, над морями. Очень-очень интересно. Мы как будто с ним стоим и общаемся. Представляете, вот это же надо... Как в сказку мы попали, и нас девушка манила в другой зал, а никто уходить не хотел. Настолько нам понравилось... Вот, я уже сейчас ухожу, перешла, в другой зал ухожу, а ребята еще стоят, им еще очень интересно, как, я не знаю, не могу объяснить вот те чувства, которые я там испытывала, забываешь обо всем. Ну, здесь новые технологии. Сейчас зал здоровенный такой вот. Ну, здесь постоять надо. Конечно, когда экскурсия проходит, экскурсия где-то 20-25 минут. Вот, все это бесплатно. Да, мы, кстати, да, только регистрация нужна. Я же вначале показывала, что нужно прям QR-код этот снять на камеру. На фото. Камеру на фото, не на видео, а на фото. Вот. И потом продолжаешь регистрироваться в зале. Там, ну, все доступно. Я думаю, как, что, что. Да и не только я, другие точно так же, наверное, так же думали. Ну, очень-очень доступно, очень легко. Если мне тете возрастной, это легко показалось, так и другим тем более. Вот, в этом зале мы немножко погуляли, послушали. Пошли в следующий зал. Так, вот здесь картина, такая интересная картина. Знаете, я так обратила на нее внимание. Я не все время включенную камеру держала. Там как-то все равно, ну, не будешь бесконечно снимать. Я отключала. Где-то что-то меня другое интересовало. И что хочу сказать, что... А, вот зашли мы в такой зал. Сразу все прям... Я ж говорю, у всех настолько... А такие вот... Ну, вы видите по людям. Все восхищаются и...
А сейчас вот были картины. Я и здесь смогла считать. Мы стали вместе. И вот одни картины сменяют другие. Сейчас как раз... А до этого были города, города. А я смотрела, глаза вытаращила, потом только вспомнила, камера-то у меня не включена. Так, а сейчас портреты героев. Видите, как меняют друг друга. Ага, так, портреты. Пошли мы в следующий зал. Коврики такие все воспитанные. О, коврики поправляем. Представляете, где-то кто-то что-то задел коврик. И мы его разравниваем, не проходим мимо. А сейчас становится вот как раз к этой мечта, мечту загадываешь, что ты хочешь, какая твоя мечта. Вот перекладываешь это в браслет, я вам вначале показывала браслет со звездочкой. Вот девушка, монеты, вот звезды. Вот видите, вот звездочка красная. Вот я прикладываю браслетик, и на экране появляется, вот представляете, сейчас увидите, представляете, цветы. Надо же, вот кого-то, кто-то футболист, у него там мяч появился, там кто-то еще что-то, у кого какие мечты, у меня цветы появились, представляете, надо же, вот как я ведь нигде ничего не говорила, вот просто когда регистрировались, записываешь фамилия, имя, отчество и код, ну, число и год рождения, естественно. Вот. Кто-то там, видите, где-то на необитаемом острове, где-то там, где-то вот все стоят и смотрят. Смотрите, посмотрите, какие все... Вот это мечты каждого появляются на экране. У меня цветы выше, надо же. Вот, девушка с нами прощается. Красиво было, очень красиво было. Вот, купол, звезды там. В центре звезда. Ага, все, мы выходим. Следующая группа регистрируется. Видите? Вот.